Победителем становится команда из Московской области. Фосфор! Братья Денияр и Дамир Абуловы и Максим Соколов. Поздравляем чемпионов! Они стали победителями киберлиги российского движения школьников в игровой дисциплине Brawl Stars. Братья Дамир и Данияр Абуловы, наши земляки, студенты Одинцовского колледжа, к своей победе были готовы на все 100. Мы с ребятами подошли к нему очень спокойно. Мы уже были в предвкушении того, как мы заберем этот главный приз. Разыграли мы финал довольно легко, 6-0 получается. Ну, были, конечно, у нас моментики такие, что мы чуть-чуть подволновались, потому что мы планировали вообще в разы легче закрыть, но получилось, как мы и задумали. Победа далась легко. В этой игре у команды «Фосфор» немалый опыт. А главное, она дает массу положительных эмоций. Ты управляешь персонажем, различные персонажи, различные суперспособности у них, и ты уже в зависимости от тактики, от карты, от режима отталкиваешься, что вы с ребятами соберете за пик. Пик в нашем понимании – это состав героев, потому что игроки, персонажи не должны повторяться. Я играю в Brawl Stars довольно давно, еще можно сказать, с самого релиза, и как бы освоился механики, мне там легче, чем приспосабливаться к каким-то новым условиям. Вот и тем более успехи там были уже до непосредственной победы в этой лиге. Награждение прошло в московском фестивале под названием «Большой школьный пикник». Пространство в гостином дворе превратилось в настоящую школьную вселенную. 30 тематических площадок, более 1000 участников. Для ребят это стало ярким событием с массой новых знакомств. Ты общаешься с другими активными ребятами, заряжаешься какой-то положительной энергией. Вот там все добрые, отзывчивые ребята, они активисты, но с ними как-то довольно интересно время проводить. Как и все победители в кибердисциплинах, ребята получили в награду ноутбуки и грант на обучение в университете «Синергия». Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».